Всем доброго дня! Я сегодня готовлю перловку. Процесс приготовления очень прост. Я заранее подготовила продукты, потому что каждая хозяечка по-своему режет и нарезает лук, морковку, берет свои любимые специи, использует для этого. Перловку я заранее вымочила в водичке, промыла хорошо и дала ей настояться 3 часа. Ну, процесс начинаю. Сначала я закладываю морковочку. Потом лучок. Нам для этого понадобится однокрупная морковка или 2-3 маленьких. Закладываю перловку. Теперь я добавляю в перловку натертый на терочке сельдерей корень. Нам очень нравится его использовать в процессе приготовления, и как он тоже дает свою какую-то изюминку в блюде. Затем у меня есть болгарский перчик. Посыпаю перчиком. Приправками. Лавровый листик, перчик, красный, соль, зелень, укроп, петрушечка. И заливаю все это подготовленным бульоном. Бульон может быть куриный, говяжий, у кого какой. Теперь я буду ставить чашу для приготовления. Вот мы поставили чашу, теперь закрываем, выбираем меню и выбираем гречка. Стартуем и ждем. Процесс приготовления начался. Вот такой у нас получился результат. Всем благодарю. Всех благодарю за внимание. Приятного аппетита!